Здравствуйте. Сегодня в клубе «Вольта» проходит вечер памяти Михея. Сейчас мы услышим пару слов от артистов, которые пришли почтить его память. Лично для меня Михей значит очень много, и поскольку вся моя музыкальная деятельность началась, вот, наверное, в тот период, когда первый раз я услышал в «Дом отдыха» «Чайка», «Сука, любовь», и я был просто поражен данной композицией, и потом полностью был поражен творчеством Михея. Михей явился вот тем светилом каким-то музыкальным, который делал настолько искренне, настолько на максимуме своих возможностей, настолько талантливую музыку, что не влюбить в себя она, по-моему, не могла никого. Для меня Михей это вот то, на что я равняюсь. Я думаю, что мы сегодня просто кайфанем и отлично проведем время как на сцене, так и в зале. Я как бы Михею очень многим обязан. Я считаю его учителем. Хорошего вечера, йоу. У меня дома была порто-студия, и команда Bad Balance в полном составе из Питера приехали ко мне домой. И сразу начали читать рэп, ставят ритм. Один напевает, второй читает. Минут через 20 я уже поймался на том, что мы с Михеем у меня на кухне режем колбаску, огурчики, лимончики. Разговариваем за жизнь вовсю. Мама, родители, сестры, братья, цели жизни, школа, любовь, мужчины, женщины, дружба, все. В общем, просто нескончаемым потоком. И когда он ушел, когда они ушли, вся команда, переглядываемся мы с моим знакомым, с моим другом. И он говорит: слушай, вот это коннект у вас произошел. Михей – это, наверное, один из немногих музыкантов, который создал большую платформу для нас, для музыкантов, которые поют соул, ритм и блюз. Интересно то, что в свое время эта музыка была вроде как доступна и в то же время недоступна, но она была на ТВ. То есть это underground, который был на ТВ. You know what I'm saying? Like, были и клипы, и поддержка многих других музыкантов. С Михеем мы были знакомы очень хорошо и общались. И для меня это человек, который оставил огромный след и именно в музыке. И, как бы, грубо говоря, целое направление продавил музыкальное, которое до сих пор, в общем-то, пользуется популярностью. И ну, это очень круто. Поэтому, ну, естественно, все его помнят. И, ну, это, как бы, очень круто. Музыкант. Питер, Москва, все объединились ради такой идеи, и некоторые артисты прилетели сюда на выступление. Егор Сесарев, например, ребята из Bad B. It is so strange.